компании. Добрый день, меня зовут Оксана Самойлюк, я врач-трихолог. Хочу сегодня познакомить вас с новой линейкой по уходу за кожей головы и длиной волос, которая называется Эпура. Эпура – это сочетание уникальной природы Альпийских гор и нано-передовых технологий. Компания Эпура в составе своих продуктов использует уникальные альпийские экстракты. Более того, наша компания позаботилась о том, чтобы мы могли не уничтожать растения, которые со временем будут занесены в Красную книгу. И все наши силы были брошены на то, чтобы культивировать новые экстракты, для того, чтобы они не ушли из природы. Следуя последним тенденциям о заботе о окружающей среде, наш продукт упакован в биоразлагаемую упаковку, которая разлагается сроком от 9 месяцев до 5 лет, то есть имеет совершенную органичность по отношению к окружающей среде. Продукт Эпура не содержит в своем составе сульфатов, парабенов, пропиленгликолей, сложных павов, которые могут агрессивно и негативно влиять на состояние кожи головы и длины ваших волос. В чем же уникальность данного продукта? Почему я, как практикующий врач-трихолог, выбрала для себя данный продукт? Профессиональная линия представлена флюидом детокс, который подготовит кожу головы и избавит от органики и токсинов, а также предыдущих пав, которые были нанесены на кожу головы. Два шампуня для тонких и для толстых волос по природе кожи головы нашего пациента, а также кондиционер и маска, которые мы будем подбирать, учитывая толщину волоса нашего конечного потребителя. Такая лаборатория позволяет нам с вами решать одномоментно две задачи с кожей головы и длиной волос. В кондиционер или маску мы будем добавлять один из 9 блендов, тем самым усиливая проникновение тех важных компонентов, которые содержатся во всей гамме Эпура. И в качестве завершающего этапа нашей процедуры мы будем использовать один из эликсиров для глубокого ухода. Эти эликсиры могут наноситься как на кожу головы, так и использоваться в виде спреевых форм по длине. Кроме того, Эпура представлена и домашним уходом, который будет пролонгировать результат от полученного эффекта салонной процедуры. Знакомство с новым клиентом мы всегда начинаем с массажной техники Welcome. Для этого мы укладываем полотенце на плечи нашего клиента и массажной техникой расслабляем предплечье, зону шеи и воротниковую зону. После знакомства с нашим клиентом мы обязательно проводим диагностику с помощью трихологической микрокамеры. Таким образом, мы можем посмотреть состояние кожи головы для того, чтобы дать более грамотные рекомендации, состояние длины волос, а также состояние волосяной луковицы. После диагностики мы обсуждаем с клиентом сложившуюся ситуацию и предлагаем варианты и пути решения данной проблемы. Мы будем выполнять салонный ритуал по типу кожи данного пациента и длины волос, а также обязательная рекомендация для домашнего ухода. Мы начинаем нашу процедуру, именуемую детокс. Для этого мы используем Cleansing Fluid, который состоит из альфа-гидроксикислот и пантенол. Данный флюид совершенно безопасен и органичен для кожи любого пациента. Мы наносим данный гель по проборам, а также на длину волос, для того, чтобы очистить кожу головы от органики, поверхностно-активных омыляемых средств и от укладочных средств. После того, как мы смыли детокс-флюид, мы наносим шампунь, который мы выбрали для кожи головы данного пациента. Наносим шампунь в два этапа. Первый раз наносим шампунь, вспениваем и смываем. Второй раз наносим шампунь, вспениваем и проводим точечный уникальный массаж для активации стимуляции кожи головы. После того, как мы смыли шампунь, мы в маску добавляем один из блендов, который выбрали для кожи головы данного пациента.
мы использовали увлажняющий концентрат Blend для того, чтобы восстановить гидролипидную мантию. Во вторую спатулу мы нанесли также маску и добавили реконструирующий Blend для того, чтобы восстановить поврежденную структуру волоса. После того, как мы нанесли маску с блендом на кожу головы, а также маску с выбранным блендом по длине волос, мы выполнили легкий массаж для того, чтобы активировать микроциркуляцию и лимфоток. Во время 10-минутной экспозиции выдержки маски вместе с блендами под теплым тюрбаном мы предлагаем клиенту ароматный чай для того, чтобы простимулировать его тактильные ощущения и тем самым усилить проникновение активных веществ в кожу головы и длины волос. Снимаем тюрбан и смываем маску вместе с блендами с кожи головы. Тщательно отжимаем волосы и наносим финальный эликсир «Реконструкция» по длине волос нашего клиента. После чего приступаем к моделированию укладки. После завершения ритуала мы обязательно рекомендуем клиенту домашний уход, который будет состоять из грамотно подобранного шампуня по состоянию кожи головы, а также ухода по длине, который может быть смываемым или не смываемым в зависимости от того, какую линию мы рекомендуем. Эпура – это мечта, ставшая реальностью.